Всем привет! 19 августа 2023 год. Утро. Вот идет взяток с опоры какой, даже отводок. Отводок как хорошо работает. В общем, вот с утра пока жара не началась, идет хорошо. Ну, относительно. Для этого времени неплохой взяток идет с опоры японской. Вот так вот с самого утра пчелки вот работают. Начнется жара, и все, и лед практически прекратится. Ну, нектар высохнет с опоры. Пока он не высох, пчелки несут нектар и пыльцу. Видите? Утром хорошо они заливаются. Даже вон отводочек. Даже отводочки он работает. Видно, приходят с нектаром пчелки и пыльцы унесут разных цветов. Нектар основная масса, это сейчас сапора японская цветет. Вот, видно, они с пыльцой приходят и животики тянут с нектаром. Все температура решает. Потом жара начинается, это уже не работает, но когда я заметил, когда прохладные дни, то сапора толком не дает нектар, поэтому именно такие и нужны дни, именно чтобы жаркий был день, ночью, ночь теплая, ночью там в районе 25 градусов, ну потом до утра так градусов до 20 падает. Именно вот в это время выделяется хорошо нектар с сапоры японской. И потом по утрам они хорошо, пчелки работают. А если день прохладный и ночь прохладная, то взятка практически нет. Поэтому получается она только в таком режиме хорошо выделяет, когда жарко, именно когда жара стоит. В дни, когда именно жара. Но носят именно в то время, когда жары нет. Понятно же. Потому что жара сушит нектар и все. Пчелы перестают летать. Ладно. Спасибо за просмотр. Всем пока. Это уже взяток, уже все-таки уже меньше начинается. Это надо с самого утра прям. Когда выходишь, пасека хорошо шуршит вообще. Всем пока.